Вы задайте вопрос, а для кого вы работаете? 18 лет в эфире, 19-й год как идет. На моей памяти только 12 типа крупных салонов развалилось, а мелких-то не помню. А Урал-Авто остался. Да ничего не поменялось. Машины, которые продает эта компания, ездят до сих пор. Ну, понятное дело, что не бывает без поломок. Но я не видел гнилых Kia, Suzuki, да и по сути первые газели в умелых руках едут. Как говорил один из зачинателей автомобильного движения, машина должна приносить человеку больше удовольствия своим состоянием. И такие машины, и это Урал-Авто. Причем вы должны понять, новые машины, было такое, покупались сразу. Правда, редкий человек платил исконную сумму. То есть о чем мы говорили и говорим? Если десятку баксов можно было с трудом накопить, то дальше вступают банки. И тут возникает вопрос качества. Ну, о качестве говорят наши интернет-рынки. Так вот, по качеству и по количеству денег то, что продает Урал-Авто, рулит. К слову, не каждый производитель имеет в большей мере женские машины. Я не буду говорить, что Soul женская, но большая брутальность в ней есть, чем в Жуке от Ниссана. Итак, у нас преддверие 8 марта. Что можно подарить любимой? Подаришь цветы? Скажешь, что банально. Подаришь парфюм? Ну, примерно то же самое. Другой вариант — купить ей вот такую машину. Отличный и грамотный вариант. И вам женщина скажет: спасибо, любимый, за новую Kia, потому что она изумительная. Тема-то другая — развитие. Или вы думаете, что мне нравятся все машины? Ну, простите, нет. Мы будем говорить о тех, кто машины производит. И в них есть косяки. В большей степени не в немецкой Европе. Япония косорезит, Штаты тоже. Лучший косорез — Китай, Корея. Но это не Kia. Есть шарм у этой модели. Есть он. Конечно. Надо прекрасно понимать, что все автомобили во всем мире, за исключением небольшого числа купленных в кредит, во всем мире. Так делается и в Турции, так делается и в Америке, так же делается и в Европе, так же делается и в Китае, так же делается и в Японии, так же делается это везде. Потому что, ну, представляете, да, сумма достаточно приличная, вот, зачем вам такие денежки тратить? По одной простой причине: когда мы обращаемся, мы должны понимать наше удовольствие. В данном случае, когда мы говорим о продукции, представленной нам компанию Урал-Авто, в данном случае мы показываем вам Kia. У Kia есть безупречное качество. То есть обратите внимание и почитайте в интернете, сколько эти машины могут пройти. 5 лет спокойно, без сквозной гарантии, без ржавчины. Вот эта тема. Кроме всего прочего, когда вы приходите в Урал-Авто, вам говорят, что вы можете получить дополнительные бонусы. Клево? А то. Вопрос номер 2. Не все машины покупаются в кредит. Некоторые в лизинг, естественно, берутся. То есть, ну, машина должна вам приносить деньги. Вот для этого вы и должны понять, что это должно быть для вас. То бишь, есть у меня один товарищ, который себе купил автомобиль за 6 миллионов рублей. В лизинг, естественно. За 6 миллионов рублей вы себе здесь можете купить 6 хороших машин. А можете 3 хорошие машины. То есть взять, к примеру, Sorento. Взять, к примеру, Стингер, и для жены что-нибудь останется такое хорошенькое, грамотное. Либо что-то можно поменять. Ну вот вам и есть правило. Теперь, вернувшись к нашей истории, к истории Магнитогорска, вернувшись в мировую историю. Так вот, я не являюсь правотой. Я просто смотрю, естественно, рекламу. Я грамотно ее смотрю и вижу, что продает Kia. И это, по-моему, в ранге лучших. Кроме всего, если Kia — частый гость современных голливудских боевиков, ну, первый, конечно, был Ford, второй — Toyota, а дальше Kia. Так вот, и то, и другое, и третье, но второе почему-то прет вверх, удивляет ценой. А то, что внутри у Kia, показывает, что по сути и это равня с лидерами. Но что-то лидеры не отличаются качеством Kia. И еще раз определимся. Почему компания Урал-Авто? Вы знаете, программа «Автостоп» имеет свою историю. История программы «Автостоп» — это 18 лет работы. Я не очень сильно думаю, что во всем мире существуют такие программы, которые один человек, ну, с помощью
а потом без помощи ввел в гордом одиночестве. Даже если мы говорим про программу Top Gear, она в том этапе она просуществовала всего 12 лет. После всего это дело-то и закончилось. Я не буду говорить, скольких людей и те конторы, которые приезжали в наш город и говорили, что мы вам будем доставлять автомобили качественные, прошло через мои руки. В некотором количестве только сейчас я видел единственную контору, которая продолжает заниматься автомобилями. Это Уралавто. Представляете, сколько лет программе «Автостоп» и сколько лет программе, в смысле, фирме «Уралавто». То есть она продолжает работать. Причем она продает изумительные автомобили, которые в цене, кстати, они хорошие по сути событий. То есть если мы будем говорить о качестве, то я не думаю, что что-то может сравниться с Kia. Kia, извините, тоже поменялась за 18 лет работы. Представляете, да? Естественно. И я также смотрю рекламные ролики, сделанные в Америке. Ну, это да, это да. И там Kia тоже в идеале. Теперь будем говорить о других вещах. То есть, если вы хотите эти машины купить, не обязательно такие же машины у Уралавто, очень много других автомобилей, и какие-то у вас проблемы возникли с кредитами. В принципе, понятное дело, что проблемы с кредитами возникли у всех. Ну, не мы в этом виной, естественно. Но в любом случае, благодаря очень грамотной кредитной политике, вы можете себе взять автомобиль. Никаких проблем нет. Ну, а в случае чего, и тогда такое случается, и иногда, и редко. Вы эту машину можете оформить на супругу. То есть проблем с автомобилями для вас сейчас нету. Потому что вы обращаетесь в грамотную контору, грамотную фирму. Грамотная фирма для вас – это Уралавто. Она никуда не делась. Конечно, вопрос интересен и нов. Вы хотите ездить на новинках, не влетая в деньги? Да легко. Покатайтесь, понравится, а хотите большего, опять сюда же. Почему мы не говорим о сервисе? Да потому что он абсолютно нормальный. То есть два сервиса – это 50 тысяч километров. Если вы не махатель, как Леша или Максим, то, увидев новинки, коими Kia и богато, приезжаете сюда. Машину в трейд-ин и выкатываете на новой, с лучшими условиями. Так почему мы приезжаем сюда, на Белорецкое шоссе 17? Во-первых, автомобили, как и денежки, они любят неторопливость. И главное, они хотят, чтобы вы их увидели. Вы их здесь можете увидеть. Кроме всего прочего, если вы сюда приедете на своем автомобиле, ну, может быть, уже и... который у вас немножко, ну, скажем так, поднапряг. Да-да-да-да-да-да. Такое что бывает, да? Купили себе что-то, что-то не получается и не хотите, и вот проблемки возникают. Ну... Он у вас в отличном состоянии, естественно. И тогда вы отсюда выезжаете, вашу машину здесь берут, ваша машина здесь будет продана, потому что вы видели сюжеты. Если не видели, пожалуйста, в YouTube посмотрите, как мы показываем вам трейд-ин. Потому что здесь с вашей машиной доведут ее до ума и потом ее продадут. И вы уже здесь возьмете себе новый автомобиль. Причем какой автомобиль? Я предполагаю, я знаю, что то, чем занимается компания Уралавто, она выдает вам отличные автомобили. Просто качественные и замечательные. В том числе и отечественные, почему нет? И когда вы покупаете здесь машину, почему мы говорим о событии оном? То есть, то, что продает Уралавто, во-первых, оно изначально зарекомендовало себя с позиции той, что не ломаются. То есть Kia не ломаются, Suzuki не ломаются, Газель, ну Газель это вообще отдельная тема беседы, так же как и газы. То есть это работа для вас, естественно. И вы берете то, что не ломается вообще. Да, конечно, вы потом будете ее здесь обслуживать. Как я вам уже сказал, ценники на обслуживание не высоки. То есть Уралавто никогда такими вещами-то особо и не занималась. То есть нормальные ценники, можно приехать спокойненько, залить грамотное масло и ездить дальше. И в результате, когда вы сюда приехали, продав свою старую машину, отдав ее, естественно, вы уезжаете на новом автомобиле. При этом вот здесь, на Белорецком шоссе 17, вы на машины смотрите. А есть другие места,
где вы на машине не смотрите, потому что вы приезжаете сюда за машиной, а потом уже на машине отсюда и выезжаете. А вот теперь о дружбе. Дружить надо с телевидением. И не мною сказано, но то, что для вас преподносится с удовольствием, вы и вкушаете. Так оно и есть. И когда будет вопрос, что лучше, так вот, телевидение круче всех. Надо только выбрать грамотный канал, который вы теперь и смотрите. Потому что я люблю машины, а они меня. Так же, как IKEA я люблю. Так что приезжайте в Уралавто, почувствуйте и эту любовь. На Белорецком шоссе 17.